Медведь забежал во двор школы. Его застрелили полицейские. Все произошло в селе Белый Яр Ачинского района. Жители заметили бегающего по улицам молодого медведя. На место приехали участковый и инспектор охотнадзора. Они смогли напугать зверя, он убежал в лес. Но спустя несколько часов хищник снова появился на территории школы. Лейтенант Тимур Карнаухов попытался его прогнать. Медведь не реагировал и стал, наоборот, двигаться в сторону полицейского. В итоге участковый 3 раза выстрелил из пистолета. И это уже 3-й случай, когда силовикам приходится убивать медведей, которые угрожают людям в населенных пунктах. В июне зверя застрелили в Лесосибирске, а в июле хищник напугал 13-летнюю девочку в поселке Брянка севера Енисейского района.